Ангелина, брат, ты что, девочка, что ли? Ты почему не рассказываешь? Ты просто сидишь и думаешь, сука, ведро валерьянки, дайте мне, пожалуйста, бассейн с корвалолом, я хочу схоронить. Ты взрослый? Конечно, взрослый, мне 23 года. Ты самый конченый 23-летний придурок из всех, кого я видел. Как ты вообще еще жив? Как тебе до сих пор грузовик не переехал? Было дело.